сейчас на эту сцену выйдет наш давний друг, доктор от медицины, профессор от песни, Юрий Манежин Чехов. В смысле город Чехов. Добрый вечер. Очередная Кобринская рота. Можете меня поздравить, это у меня юбилейный к вам выезд. 10-я нота подряд у меня. Ура! Песня звучит, как говорил Боба Костурский, по-испански. «El sueño del razón produce monstruos», что означает «сон разума рождает чудовищ». Итак, колыбельная для взрослых. Не пора ли спать? Ночью снятся сказки, залезай в кровать. Ушко на подушку, в стенки на бочок, пусть сверчок. День прошел промчаться, сгинув в темноту. Шел бычок качаться, ой, я упаду. Зайка на скамейке, под дождем промок, слезть не смог. Дождик долго плакал, смог сверчок в углу. Оторвали лапу Мишки на полу. Хочется спросить мне, а гнию Барто, ну за что? Повернусь-то лучше, а другой бочок и молчок. Сальвадор Дали, кровь прям в жилах стынет, сдох на мне комар, о кошмар. Ах, Малевич, здравствуй, заходи скорей, ты надеюсь с краской, краски не жалей. Чем Дали кошмары, лучше твой квадрат, как я рад. Мне белее Пшишкин с мишками в лесу. Погодите, Мишки, меда принесу. Наберу малины, захвачу конфет, дам совет. Опасайтесь, Мишки, огнею Барто, есть за что. Спасибо! С открытием нового фестиваля поздравляю!